Навруз билан қотлаймыз. Сізні гүзел Навруз байрамы билан қотлаймыз. Навруз ул игілік, дуслық байрамы. Навруз барыбызға да тынычлық, саламатлық, бәхет, шатлық алып келсін. Ундырышлы, унышлы ел, тұрмышлар түгерек. Юлларыбыз нұрлы, үстәлірбіз бай, үйләрбіз тулы қонақлар болсын. Куяшлы жилы күннәр тезрәк килеп җитсен. Навруз аямыңыз белән чын калбыбыздан тәбриклейбез. Сезгә узак омыр ва бахт теләйбез. Дастырханыгыз даим тукан сачылы булсын, йөзегездән һеч качан күлгү арымасын. От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником Навруз. Навруз – это праздник доброты и дружбы. Пусть он принесет мир в наши дома, здоровье, счастье и радость. Пусть год будет урожайным, жизнь спокойной, дороги светлыми, а наши дома полными гостей. И пусть скорее наступят теплые солнечные дни. Прекрасный день Навруз. Желаю вам любви искренней самой, улыбок и тепла, чтоб душа грела и сердце. Пусть не будет препятствий на пути счастья, а друзья и семья всегда поддержат. Дорогие друзья, жители и гости города Владимира и области. Дом дружбы народов, творческая студия «Мирас» Татарского национально-культурного центра «Бяхет», национальные общины нашего города приглашают всех 20 апреля 2024 года в Дом культуры и молодежи на яркий и красивый, интересный и познавательный весенний и теплый восточный праздник Навруз! Навруз – праздник пробуждения природы и новой весны. Навруз – праздник надежды и радости, который надо встретить вместе. Приходите, мы ждем вас 20 апреля в Доме культуры молодежи.